Завтра, сегодня 24 мая, и с вами Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о двух замечательных мероприятиях. Все подробности через пару секунд. Спектакль «Теорема Печенкина» или «Последний коммунист». Семейная история в двух действиях поставлена по повести современного писателя и сценариста Валерия Золотухи. В ней ярко и поучительно рассказывается о конфликте отцов и детей на фоне непростого времени. Засыпаю в рассвет, никого рядом нет, громкий шум за окном. Концерт «РСАЦ». Один из самых плодовитых музыкантов, герой русской новой волны Феликс Бондарев, успевший свои 28 записать альбом с «Муми-троллем» и «Сансарой», выступит сегодня в нашем городе. Не пропустите! Интересный намечается вечер, но не будем останавливаться. Впереди вас ждут два анонса очень интересных спектаклей. Не пропустите! Спектакль «В ожидании». Увы, радость материнства дана далеко не каждой женщине, ведь медицина пока еще не всесильна. В этой постановке вас ждут трогательные женские истории, любовная линия и размышления о том, зачем человек живет на свете. «Не спящие в Лондоне». Джоанна и Филипп Маркхэм, любящие друг друга супруги, вечером они планируют отправиться на деловой ужин. В их отсутствие квартира должна превратиться в любовное гнездышко сразу трех пар. Но неожиданно все отменяется, из-за чего каждый из героев спектакля попадает в глупое положение. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Увидимся в пятницу!